Всем привет, с вами Прия. Собственно, недавно стартовал второй сезон Battle for Azeroth и был введен новый модификатор, который связан с Духом Смерти, Вансамди, и модификатор называется Пожинающий. Противники, не являющиеся боссами, усиленные Вансамди и способны мстить даже после смерти. Суть модификатора относительно проста. Каждые 20% зачистки трэша при прохождении мифического плюс подземелья будут воскрешаться три типа мобов. Какие именно, что они делают и как резко они прибегают к нам, мы рассмотрим в отдельных отрывках, которые были взяты со стрима моего во время прохождения воинам Святилища Штормов. Не самые лучшие инс на этой неделе, но твинкам как-то ключи закрывать нужно, и все-таки выбирать было не из чего. Приступим к просмотру и последующему разбору. Так, как я понимаю, сейчас к нам вылезут мобы, да? То есть 20%. Мертвый подъем, кричит Вансамди. Куда вы идете, что ли? Сейчас там пи***ов давать будут. Варум вообще по кайфу. Убил моба, отхилился, убил, отхилился. Потому что сам с нами, ну. Как вы могли уже понять, по двум предыдущим ставкам существует три разных типа мобов, которые и правда выходят на каждых 20%. Итак, первый моб — это восставшая душа, вешает стакающийся дебаф на ту цель, которую атакует. Этот дебаф может быть сдиспелен. Также заблудшая душа. У нее два каста. Один — это кругляшочек перед собой, якобы конус, а второй — при смерти вырываются зеленые войд-зоны, из которых просто надо выйти. Третий моб, замученная душа, делает касты, которые просто нужно сбивать. Сова просто идеально подходит для этого. Ну, быть может, какой-либо дамагер с массовым станом тоже. Сколько там касты бьют? Мощный удар тьмы. Так мощный удар тьмы это вообще, по-моему, вот. То есть вар умел... Вар умер в войде. Отлег там, да, получается. Но его еще мили атаками. А ДХшка? Да, тоже от того же самого. Ну, ребят, войда-то ловить не надо. Следите за этими мобами. Ждем духов. Ну-ка, нет, реально, щупальца будут прям ходить? Ебать, щупальца ходят. Весело. Ну, давайте, ребят, чё, ауешим. Столб нужен будет скоро. Где столб? Или еще ждешь мобов? О, отлично. Войды. Надо было босса сначала убить. Потом мобов. Сейчас призраки полезут. И если вдруг по какой-то случайности таймер вашего подземелья, а именно ключа, все-таки истек, то можно подойти к Вансамди и получить баф. Это очень приятно. Душу мою продали. Слайти, что ты мне посоветовал? Надеюсь, после просмотра этого видео никаких вопросов о данном модификаторе у вас не осталось. Не забывайте смотреть ссылочки в описании, ВК-группа, Инстаграм, стримы, на которых проходит ежедневное освоение рейдов и прохождение мифик плюс ключей. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги.